Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня в видео я хочу показать вам свою покупку по 17 каталогу, который действует по 5 декабря включительно. И в этом каталоге на страничке 15 представлены гирлянды. Такие гирлянды у нас были в продаже в прошлом году, и вот в этом каталоге они со скидкой 50%. Есть длина гирлянды 2,9 метра и есть 4,9 метра. Я взяла вот это, что подлиннее, и эта гирлянда работает от батареек по типу АА. Три штучки их нужно, но батарейки в комплект не входят, поэтому нужно приобретать самостоятельно. Здесь материал — это медный кабель, светодиодные лампы и пластик. Давайте посмотрим, как приходит гирлянда. Вот в такой коробочке я уже вставила батарейки. И давайте сейчас мы с вами посмотрим. Артикул гирлянды 910-093. Вот такая коробка. И сама гирлянда выглядит следующим образом. То есть, девчонки, это вот проволочка. Вот прям покажу вам вблизи. И здесь вот на проволочке маленькие такие вот красивые звездочки. Вот так она смотана. Прозрачный блок. Его можно спрятать, как-то замаскировать, если вы там будете какую-то композицию делать. Конечно, такая гирлянда, ну, вы знаете, если елочка маленькая, и вам не нужно вот это мигание разными оттенками, потому что гирлянда светит желтым светом, и она не мигает, то можно ее и на елку использовать. И, в принципе, я думаю, будет смотреться красиво, потому что в отзывах читала, что некоторые для елки использовали. Но в основном такие гирлянды, они служат как декор. То есть где-то вот можно окно украсить, вот какую-то композицию сделать. Где-то вот, знаете, такие вазы по типу круглого аквариума. У нас, кстати, в магазинах много. Прям вот они внутри, и там игрушки, смотрится тоже это очень красиво. Но давайте теперь я попробую вам ее сейчас подключить, и вы посмотрите, каким вот светом горят эти звездочки. То есть здесь вот идут лампочки, маленькие-маленькие, такие вот крохотные, и она сама идет на проволочке. То есть здесь вот тоненькая проволочка, и вот, вот так у нас смотрится эта гирлянда. То есть достаточно нежно, очень красиво. Я сейчас попробую вам ее немножко размотать. Давайте попробую выключить сейчас свет и посмотрим, как она будет смотреться в темноте без света. Вот так смотрится эта гирлянда. Надеюсь, что камера все точно уловит, передаст, и вы все это увидите, всю эту красоту. Вот, ну, здесь уже вы знаете, у кого как вот работает фантазия. Я сейчас вот уберу и немножко размотаю, покажу вам, как это все будет наглядно смотреться. То есть здесь вот такие, так что я, ага, здесь вот еще у нас одна проволочка. Сейчас вам ее размотаю и покажу вам, немножко посмотрите. Просто я пока еще не украшала ничего, поэтому она у меня в свернутом виде, и заодно так немножко запуталась, аккуратненько вам показать. Вот смотрите, какая красивая. Вот видите, вот так она смотрится. И вот если вот ее можно, здесь проволочка, она хорошо держит форму, поэтому можно наматывать. Вы знаете, мне кажется, даже если там вот куда-то деткам в костюм, потому что здесь, в принципе, батарейки, вот, ну, как-то спрятать, обыграть. Ну, в общем, здесь у кого как фантазия работает, но тогда нужно поменьше. Это, конечно, длинная, и вот ее можно по-разному наматывать. Она форму прекрасно сохраняет, даже вот на этой вот салфетке она красиво смотрится. То есть вот такие звездочки. И вот такая получается красота. Очень красивая. Сразу новогоднее настроение появляется. Девчонки, вот длинная не было долго на складе, поэтому если вам она понравилась, возьмите. Я еще покупала фикс прайс. Там, знаете, какая сейчас красивая, тоже хрустальные капельки. Но там она поменьше. Там, конечно, такой длины вы не найдете. А здесь она прям длинная. Вы знаете, мне кажется, она и на елке будет смотреться. Вот очень нежно. И если вот в тон подобрать игрушки, будет смотреться очень красиво. Просто меняйте батарейки и такую гирлянду. Ну, что вот насколько батареек хватит, нужно покупать более такие качественные батарейки сюда. А так вот, вот видите, вот я вот разматываю, вам показываю. Она очень-очень длинная. Вот так она смотрится. На окошко даже вот будет смотреться красиво. У меня, кстати, вот конденсат на окнах бывает, на пластиковых. Поэтому, ну, мне, конечно, на окно те, что от сети, вот они не подойдут однозначно. А вот такую гирлянду украсить окно, вечером вот ее подключить, и будет смотреться красиво. Красивые звездочки, видите, вот желтеньким горят.
Вот я ее все разматываю, разматываю. Здесь, ну, почти 5 метров ее. Конечно, она длинная. Но вот если куда-то в какую-то вазу, то, конечно, красотень. Ну, в общем, красивая. Не пожалела, что ее взяла. Надеюсь, что батарейки будут хорошо служить и лампочки. И вот, смотрите, все разматываю, длинная. Ну, если 2,9, то она вот, наверное, ну, примерно вот так, она будет в 2 раза меньше. Давайте сейчас свет подключу, дневную лампу здесь, и посмотрите. Ну, конечно, когда освещение, звездочки видно лучше, да? Но, конечно, вот вся красота, когда у нас вот идет полная вот темнота. Тогда, конечно, прям вот красиво мерцает. Все, сразу хочется праздника, очень-очень красиво. На этом я говорю вам всем до свидания. И если вас гирлянда заинтересовала, обращайте внимание, можно ее либо по артикулу найти, либо на сайте тоже вот посмотреть в карточке заказа, найдете в разделе «Дом Фаберлик». Ну а теперь до свидания.